на конкурс. Дети читают стихи. Искандер Караголов, 7 лет. Республика Башкортостан, Бурзянский район, Байназаровская сельская модельная библиотека. День Победы, Наталья Майданик. Почему, дедуля, у тебя слеза? Почему, дедуля, прячешь ты глаза? Кто тебя обидел, можешь рассказать? За тебя будут драться, воевать. Внучек-то мой милый, нет, не плачу я. Просто вспоминаю о былых боях. Когда я был молод, родину любил. И врагов проклятых под Москвой убил. Там друзей военных много полегло. Вспоминать об этом сердцу тяжело. И победу в мае встретили не все. Там лежать осталось в утренней росе. Так живи, мой внучек, и войны не знай. Каждый год с победой пусть приходит май. Улыбайся солнцу, весело играй. Но что было с нами, ты не забывай.